успеем! Беги! Тогда, отец, сон о восторге закончился. Ты научил меня, что невинность – это куколка, этап, которому суждено пройти от начала до конца. И когда мы освобождаемся от нее, то познаем самих себя. В восторге ты, отец, увидел возможность наказывать, потреблять, развиваться. Ты показал, что мое выживание, моя радость – все это имеет значение. И нет ничего другого. Сон о восторге закончился, но пробудившись, я возродилась. Возможно, я была тебе не нужна, отец, но это ты создал меня. Ты выбрал выживание любой ценой, и я не дам твоим инстинктам пропасть. Ты навсегда останешься со мной, отец. Твои воспоминания, твоя энергия. Ты будешь со мной, когда я буду в тебе нуждаться и плакать на твоем плече. Тому, в кого я превратилась, нет названия, но мир вот-вот изменится навсегда. А с твоей помощью они никогда не увидят меня.